Всем привет, дорогие друзья! Как вы поняли, у меня распаковка. Егор пришел, принес мне заказы с Валберес. Помните, я вам говорила, что я кое-что заказала для себя, для девчонок. Поэтому давайте смотреть и удивляться. Короче, заказала я два вот таких консилера, оттенок. По-моему, второй оттенок консилеров вот таких. Вот сейчас мы откроем, посмотрим, какая расцветка. По-моему, я когда-то такие... Да, в бьюти-боксе смотрели мы у Ирины. Поэтому такие же. Я после нее, кстати, после ее нового видео и заказала их. Они пришли через 3 дня ко мне. Поэтому вот как-то так. Ну, наклейка Валберес, как всегда, заклеивают все на свете. Один мы откроем, они потому что оба одинаковые полностью. Оба в одном оттенке. Видите, тут второй оттенок и тут второй оттенок. У меня сейчас вечер, поэтому темно, и я вот снимаю при лампочке. Поэтому один откроем, второй закрытый оставим. Один я заказала себе, другой я заказала Свете. Она потому что тоже сказала, что у нее заканчивается. А у нее еще впереди выпускной. Поэтому последний звонок и выпускной ей надо. Вот такой вот карандашик. И давайте смотреть оттеночек. Ну, из-за света плохо видно. Ну-ка, если попробовать свет убрать. Во, ребят, вот такой вот оттеночек получился. Сейчас попробуем с вами растушить его и посмотрим. Ну, мы у Ирины в боксе такой же открывали. Да, вот. Вот вообще его уже не видно. И очень, кстати, быстро впитывается. Мне очень нравится. Вот такой вот понравился консилер. И я заказала такой же, как у нее. Стоил он недорого. Цену я здесь напишу. Вот такие вот два консилера. Один мини, один Свете, который открытый. Я себе оставлю, а закрытый Свете увезу. Дальше. Заказала набор с кремами. Мне стало нравиться заказывать крема в маленьких пачках, маленькими тюбиками. Почему? Сейчас объясню. Большой тюбик вам долго надо израсходовать для того, чтобы не испортился, стараться как можно быстрее, так как крема все равно тоже срок годности исходит. Поэтому я стала брать маленький тюбик. Открыл, использовал, следующий взял. Очень удобно и девчонкам моим тоже нравится. Заказала я себе вот такой вот, он в косметичке идет. В такой, тут 5 разных оттенков. Давайте откроем, посмотрим. Ой, какие, да господи, какая косметичка крепкая. Я ведь открыть, ребята, не могла. Давайте откроем, вот так вот высыпем 5 кремов. Косметичка удобная, в ней также можно их дальше хранить. Так, первый апельсин, грейпфрут, 30 миллиграмм здесь. Давайте откроем какой-то один. Вот с грейпфрутом я буду первый. О, как нравится мне. Вот такая вот текстура, он жиденький. Давайте попробуем намазать. Сейчас закроем и попробуем намазать. Очень, ребята, впитывается хорошо. У меня после операции стали руки такие суховатые. Поэтому я даже ноги мажу этим кремом, и мне очень нравится. Впитался быстро, блеска нету и не липкий. Это важно. Я брала как-то какой-то крем тоже в маленьком тюбике. Заказывала, и там очень липкий слой был. Дальше смотрим, какие здесь. Кокосовый. Маракай. Питайл. Питайя. И манго. Вот смотрите. Питайя. Маракай. Фу. Кукла. И манго. Вот такие вот. Дальше. Ну вот, сложим их в косметичку обратно с вами. И сейчас... У меня тут просто собака рядышком лежит. И она потявкивает. Дальше. Откроем вот этот вот наборчик. Это тоже крема для рук. Я такие же крема заказала
девчонкам туда, в Красновишерск. И одни вот здесь мы забрали. У меня Егор, кстати, тоже такими кремами пользуется для рук, когда у него сохнут. Эти крема я сейчас пока открывать не буду, но я их уже не первый раз беру, и они мне очень нравятся. И стоили они всего 109 рублей вот за эти 5 тюбиков. Тут тоже красивая косметичка идет. Тут какой гриф? Ну, цитрусовый какой-то, земляничка, овощной, цветочный и авокадо. Вот такие вот 5 тюбиков. Долго на них останавливаться не будем. Тут есть поинтереснее заказик. Дальше, помните, мы у Ирины тоже распаковывали вот такой вот, только у нее кокосовый был, пенка для умывания с щеточкой. Я себе такие же, ну, я тогда еще в том видео говорила, что я себе такие же заказала. Мне очень нравится. У нас был один такой набор, ну, такая вот умывалка нам понравилась. И вот сейчас заказала. Тут хорошая щеточка силиконовая. И это для всех типов кожи. Тут на русском. А вот способ применения есть. Нанесите на влажную кожу лица и промассируйте щеткой в течение 1-2 минуты. Затем смойте теплой водой. Вот так вот. Все, что здесь написано на русском. Больше ничего тут на русском нету. Очищающий мусс пенка с алоэ вера для умывания с щеточкой. Универсальный косметический продукт. Подходит для всех типов кожи, увлажняет эпидермис, очищает поры, лигурирует секцию сальных желез. Снимает воспаление. Вот так вот. Понятно вам? Вот такая вот пенка. И вторую я пенку. Это я, кстати, пенку для Светы заказала. Но я ее тоже попробую, пока я еще не еду домой. А эту пенку я уже для себя заказала с гиалуроном. Она очень хорошая пенка. У меня ее знакомая покупает. Ей она очень нравится. Говорит, очень вообще классно. Омолаживает кожу. И что-то, ну вот она как бы посоветовала, и я заказала. Вот в такой коробочке она идет. Сейчас откроем и посмотрим. Там тоже обычная бутылочка, вот такая вот с гиалуроном. Давайте посмотрим, что здесь написано, где тут по-русски. Анны Майя здесь по-русски, ребята. Нету нифига тут по-русски. А в коробочке тоже инструкция. Может, на коробочке что-то есть? Нету, ребята, здесь вообще ничего на русском нету, понимаете? Нормально. Но она с гиалуроном и то же самое пенка вот для лица, для возрастной именно кожи. Я как уже человек в возрасте. Я знаю, что вообще будет смеяться. Но в целом вот тоже себе взяла такую пенку. Она недорогая. Цену я вам тоже напишу. Если кому ссылочку надо будет, то вы мне напишите. Я вам в телеграм-канале скину. Потому что здесь как бы ссылочки только на рекламу, насколько я поняла, сейчас можно оставлять. И последняя посылочка, которая пришла нам с Валберес. Это, ребята, я заказала тканевые маски. У меня заканчиваются все тканевые масочки. Плюс себе, дочери. У меня дочь тоже ими пользуется, Светланка. И она заказывала по очень выгодной цене. Тут 20, ребята, масок за 205 рублей. Это получается одна маска 20 рублей, грубо говоря. Понимаете, это как выгодно. Коробочки пока отсюда уберем, а эту косметику здесь оставим. Сейчас будем с вами смотреть, какие же масочки нам пришли. Давайте первое с черникой. Классная масочка. Дальше с оливками. Еще одна с оливками. Еще одна с оливками. Что-то с оливками у нас прям, ребята, много. Еще одна с оливками. С гранатом. Вот видите, тут с гранатом идет 4 штуки. С медом. Так, с медом пока я вижу 3 масочки. Потом дальше с алоем. С черникой еще одна. Еще одна с медом. С черникой, с алоем. Черника и алой. Вот получается у нас 4 вида масочек. Это 4 с алоэ, 4 с медом, 4 с авокадо, 4 с гранатом и 4 у нас черника. 5 видов масочек.
Скажите, ведь выгодно 20 масочек купить за 205 рублей. Это очень выгодно. Сейчас в магазинах, если посмотреть, одна маска, но можно найти самую дешевую рублей за 60-70. Дешевле я не видела. Если кто-то дешевле видел, напишите, в каком магазине. Обязательно зайду, посмотрю ради интереса. Но вот мне понравилось, я обязательно попробую все масочки и потом вам скажу, какая из них как действует. Ну, вот такие вот сегодня у меня были заказы. Если вам интересно смотреть такое видео, то вы мне, пожалуйста, напишите, надо ли вам снимать такие видео или нет. И тут мне Егор дал идею. Я тут как-то сидела, перебирала свою косметику. Он говорит: мам, так спроси у зрителей, может, они захотят увидеть, какая у тебя вообще сейчас косметика есть. Раньше же ты, говорит, почти не пользовалась косметикой, а сейчас у тебя ее много. Вот если вам интересно посмотреть, какая вообще у меня косметика есть, тем более у меня сейчас ее реально много, после того, как я начала работать, у меня стало очень много косметики, то вы мне напишите, я засниму такое видео. Буду ждать ваши комментарии. Поэтому, если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если кому нужны будут ссылочки на эти продукты, на крема вот двух видов. Вот эти вот, кстати, дороже были, чем вот эти. Эти на 100 рублей дороже, а вот эти вот по 109 рублей были. Если вам надо ссылочки или на консилеры, или на пенки, или на что-нибудь еще, вы мне напишите. Я в телеграме канале скину ссылочки на тот товар, который вам надо. Если понравилось, то ставьте лайки. Всем желаю крепкого здоровья, всем желаю всего самого хорошего и всем говорю пока-пока.